тебя будет подниматься, да? Мусор повалится. А раньше здесь можно было собирать подосиновики. А теперь большая свалка. А это разгребает, загребает землей. Да? Да. Сейчас отъезжать будет. Ну вот, это мусорные горы. Сюда свозят мусор, сбрасывают. А всего лишь, вот уже сколько до речки осталось? 60 метров до речки. Вот здесь вот вдоль леса идет речка Горетовка. Здесь уже речечка. И весь этот мусор, все эти гадости, когда пройдет дождь, будут сливаться прямо в речку.